Здравствуйте, друзья! Сегодня мы опять продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые вы задаете ВКонтакте, в интернете. Вот. И чтобы так обобщить все и показать, и напомнить, и освежить, вот сегодня мы напомним про браслеты и вот чакрой круглые заинтересовались. Так, сперва чакры. Круглых чакр у нас только вот такого дизайна. Вот, дизайна дерева. И в наличии у нас только две штучки. Вот. Мне эта чакра очень нравится. Чем? Тем, что, мне кажется, подобный дизайн, дизайн вот дерева с кроной, с корнями, подходит всем типам зодиакального широкого спектра. Дерево – это древо жизни, и древо познания, и родовое древо. Вот, и обратите внимание, какие здесь, в общем-то, немаленькие минералы. Яркие, красивые и объемные. И видите, как эта чакра хорошо построена от корней, где гранатик самая первая. Как называется? Не помнишь, да? Ну ладно. Что? Ну, сахасрара или кто там? А, не-не. Меня не спрашивайте, да? Да. Вот. И от корней, от, как говорится, от земли, от грубого, идет к самому верхнему фиолетовому цвету, цвету просветления. Вот. Так, у нас таких чакр две круглых дерева, и стоят они 1700 рублей. Еще у нас поступила заявка сравнить два браслета. Вот, не могут определиться браслет с лунным камнем и браслет с розовым кварцем. Потому что мы когда делали первое видео с розовым кварцем, у многих было ощущение, что это, возможно, и лунный камень, а не розовый. Вот, мы все это рассматривали как следует. И все-таки и здесь вот у браслетика, где вот крапанова застежка, это розовый кварц. Вот, он может не очень такой вот как заметный, но может быть вот я немножечко боком поставлю, и вот эта вот розовость будет видней. Угу. Вот так, и сейчас все параметры скажу. Браслет с розовым кварцем, витая богатая оправа, здесь видите, не просто бочоночком, а узорчики такие есть. Вот, в наличии одна штучка и стоит 2900 рублей. Замочек крапан. Как? Карабин. Карабин. Замочек карабин. Так, все видно. Вот. Так. Здесь, еще сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ячеечек. Вот розовый кварц. Теперь рассмотрим браслетик с лунным камнем. Так, здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тоже семь минералов. Но замочек здесь уже петелечка такая. Вот цена тоже 2900 рублей. И вес этого браслета 11 грамм. Вот. Сейчас так, все параметры покажу. С розовым кварцем. Таким вот. Так, так, а с розовым кварцем сколько цена? Тоже 2900 рублей. Угу. Вот. Мне кажется, что розовый кварц, он чуть-чуть подлиннее. Видишь, да? Вот. Но все-таки сейчас замерим. Так. Так, 15. Так. 15 и 20,5 сантиметров с розовым кварцем. Вот. А браслетик с адуляром, с лунным камнем. Так, так, вытягиваемся по струночке смирно. Так, 15 и 19 сантиметров. С розовым кварцем получается подлиннее. Цена одинаковая, что один, что другой, стоит 2900 рублей. Вот. Ну,
как, кому какой больше нравится минерал, вот, или такой вот нежный, как будто бы вот хочется утолить жажду лунный камень. Ну, действительно, как будто бы такие капельки воды пухленькие. Вот. А кому розовый кварц такой вот? Розовый, но немножечко с фиолетовостью. Вот. С обратной стороны здесь окошечка нету, здесь серебро. Вот поэтому так вот. Вот. Поэтому как украшения довольно-таки тяжелые за счет наличия большого количества серебра. Так, сказала уже цену, да? 2900 рублей каждый. Еще нам поступила заявка сравнить два одинаковых вот браслета. Единственное, разные вставочки. Здесь аметист, здесь гранат, а гранка кабошон. Вот. Так, я не знаю, как будет хорошо видно вот, вот эти вот кровавые капельки граната, насыщенные. Вот. Считается, что по средневековым легендам гранат – это застывшие капли крови дракона. Вот. Так. А гранка кабошон, что у одного браслета, что у другого, что вот гранатики, что аметисты. Вот. Длина тоже одинаковая, 21 сантиметр. Вот. Застежка, что у одного, что у другого, карабин. Вот здесь только надо выбрать свой камень. Такой вот фиолетовый аметист. Сейчас, может, я одену на ручку и будет. Так вот. Вот. Аметист. Такой. Аметист придает шарм и таинственность своей владелице. Вот. А еще такой вот цвет, как ягода черника. Сразу хочется черничного варенья. Вот. Ну и есть поверье, что аметист усиливает связь с ангелом-хранителем. Вот. Так, гранат. Мне бы очень хотелось, чтобы увидели вот эту вот насыщенность красную граната. Такая вот, с одной стороны, строгость и страстность. Вот, страстность граната, строгость, строгой холодной огранки серебра. Не огранки, а как... Что ты смеешься? Да я тоже забыла. Окантовки серебра, скажем так. Вот. И тот, и другой браслетик стоит 3400 рублей. Так, вот. Ой, сейчас подожди. Так, вот. Вот. Здесь серебряное как убранство богатое. Такие вот бочоночки. Вот. Так что выбор за вами. Артистов на сцену. А, всех артистов на сцену. Пожалуйста. Разбавим немножечко страстность этих гранатов. Так, 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 так. И вот. И круглая чакра дерева. Спасибо вам большое за внимание. Я куда обращаться, если вам что-то заинтересовало, я внизу под этим видео будет мой мейл, да, и ВКонтакте, страничка ВКонтакте. Всем спасибо за внимание. До свидания.